Дуже рада вам представити Михайла Ямпольського, відомого теоретика, дослідника візуальної культури і не тільки, викладача Нью-Йоркського університету, який спеціально для нас підготував лекційний цикл із двох лекцій під назвою «Геополітика мистецтва». І сьогоднішня лекція буде називатися «Від верховенства часу до просторових форм». Все, дякую, передаю слово нашому лектору. Спасибо. Спасибо вам, что вы пришли. Слышно так, да? Ну, прежде всего, я просто хочу сказать, что мне очень приятно тут оказаться, потому что мой папа из Киева, и здесь жили мои бабушка и дедушка, и в детстве я здесь часто бывал. А потом, значит, так получилось, что я уехал уже 24 года назад жить в Америку, и с тех пор я ни разу тут не был. И особенно и не рвался, пока не случился Майдан. И мне очень, конечно, захотелось после этого приехать на Украину и посмотреть, что тут происходит. И сначала как-то все не получалось, а потом, вот сейчас, благодаря Биеннале и людям из школы искусств, которые проявили настойчивость и нашли деньги, я смог приехать. Так что спасибо им. Я очень рад оказаться в этом прекрасном городе. Значит, что я вам хочу предложить? Я вам хочу предложить две лекции о пространстве. Значит, сегодня какие-то общие слова я скажу о том, что происходит как бы в отношениях времени и пространства, как пространство актуализируется в 20 веке и что с этим, на мой взгляд, связано. То есть я какие-то сделаю общие такие вещи, какое-то такое вступление, обзор, что ли. А завтра я хочу говорить специфически об искусстве, и как бы то, что я сегодня расскажу, попытаюсь углубить, сделать более теоретически как бы насыщенным и интересным, и какие-то высказать какие-то относительно оригинальные вещи по поводу того, как вот эти общие соображения проявляю себя в каких-то конкретных формах. То есть сегодня это какой-то такой общий разговор, а завтра более специфический разговор. И с моей точки зрения, для меня самого, более насыщенный, что ли, теоретически. Значит, если вам будет интересно приложение этих идей, но более какое-то концентрированное, что ли, то вы можете завтра послушать это. Значит, почему, собственно, я выбрал эту тему о пространстве и этот цикл, ну, так назвал «Геополитика культуры»? Потому что происходят какие-то важные существенные мутации в культуре, которые связаны с трансформация отношений пространства и времени. Вот если подумать о культуре XIX века, то культура XIX века значит, как культура историзма. Примерно в XVIII веке эта культура зарождается, в XVIII веке до XVIII века, во всяком случае, объяснение разных явлений мира связано еще с какой-то онтологией или с какими-то неподвижными идеями. К концу XVIII века происходит очень сильный шок в связи с революциями, которые происходят. Вдруг актуализируется история. Люди жили, как бы не очень понимая, что история существенна, и вдруг вот люди, которые жили в Париже там, в 1770-е годы, а потом в 1812 году, например, в конце наполеоновской эпохи, они просто жили в разное время. Значит, возникло у всех ощущение истории, которое впервые было так остро почувствовано. Где-то в 70-е годы 18 века, 80-е, 70-е, впервые происходит мутация исторической живописи. Историческая живопись всегда была, вообще говоря, не исторической. Она изображала какие-то картины, там греческая история, мифологические какие-то сюжеты. И вдруг она становится исторической.
Бенджамин Уэст, например, был первым художником, который, считается, сделал историческую картину. Это «Смерть генерала Вольфа», значит, где он одел людей в мундиры своего времени и так далее, и попытался вдруг представить какое-то историческое событие, точно локализовав его во времени. И весь XIX век связан с тем, что всякая объяснительная стратегия связана с историзмом. Ну, мы до сих пор, в принципе, пребываем в этом представлении о том, что если что-то мы хотим объяснить, то мы должны представить генезис этого явления, и тогда мы получаем какое-то объяснение. Но это проникает, например, в историю искусства. История искусств, собственно, складывается где-то в XVIII веке, начинается обычно с Винкельмана, мы ее ведем. Но, конечно, как научная дисциплина, это возникает в Германии в XIX веке, и сразу же выдвигается на первый план понятие стиля. И стиль, значит, оказывается ключом к описанию истории искусства. И история искусства описывается как смена исторических стилей. И уже в XIX веке эти исторические стили начинают широко использоваться. Мы знаем, что церкви строятся в готическом стиле, например, а какие-то там парламенты и биржи строятся в псевдоклассическом стиле и так далее. Эти стили начинают закрепляться даже за определенной культурной функцией какой-то. Значит, возникает теория эволюции Дарвина, которая объясняет все многообразие мира, которое раньше представало в таких неподвижных классификациях, таксономиях, как там у Линнея, например, все объясняется через эволюцию. Мы можем, наконец, понять, почему мир представлен именно в таких формах, во всяком случае, живой мир, благодаря введению исторического измерения. Ницше, конечно, сыграл очень большую роль, который одновременно критиковал историзм, который написал знаменитый текст о вреде и пользе понятия истории. Но он ввел понятие генеалогии. Он говорил, для того, чтобы понять мораль, мы должны представить себе, что мораль не стоит на вечных принципах, а что она исторически сложилась, и что она отвечает определенным интересам. И вот этот принцип генезиса, он продолжается и в XX веке, когда самые незыблемые и вечные вещи начинают объясняться исторически. Гуссерль первый пишет текст о происхождении геометрии. Геометрия – это не просто совокупность каких-то платоновских вечных фигур, каких-то треугольников или каких-то там многоугольников, или не знаю чего, а полиэдров, а это возникает исторически. Значит, потом мы уже знаем Мерло-Понти или Деррида, все они начинают дискутировать вопросы происхождения геометрии, и это очень важный какой-то сюжет в философии XX века. Значит, история все время понимается как смена каких-то этапов. В XIX веке, поскольку есть очень сильная вера в прогресс, то вера в прогресс хорошо укладывалась в это понятие историзма. И историзм описывался все время в категориях какого-то линейного развития. Линейное развитие – чрезвычайно удобная модель, потому что она пытается объяснить всегда то, что происходит, тем, что было до этого. То есть она строит цепочку причин и следствий. Причины и следствия. Что-то толкает, что-то появляется, что-то толкает, что-то появляется. Собственно, эта модель тоже с нами, хотя она очень усложнилась, и мы уже понимаем, что мир как-то не очень в эти цепочки укладывается. Я думаю, что революция в понимании историзма, вообще общий кризис историзма, наступает в начале XX века, когда вдруг начинает давать сбой сама идея вот такой линейной причинности. И критике подвергается, например, Гегель. Гегель, значит, строит цепочку своих диалектических преобразований, противоречивые элементы, они синтезируются, возникает новый элемент и так далее. Это все вписывается вот в такую линейность временную. Но вот такой философ Мишель Сер пишет о том, что у Гегеля всегда есть два момента, когда синтезируется. Два момента легко расположить на одной линии. А мир никогда не строится из взаимодействия двух моментов. Вот мы сидим в этой комнате, здесь очень много людей, и эти люди начинают между собой взаимодействовать как-то. И это взаимодействие нельзя описать ни в какой гегелевской схеме, и ни в какой схеме линейного взаимодействия. Значит, в реальности что-то происходит иначе. И вот я думаю, что когда возникает Первая мировая война,
И никто не может понять, почему она случилась. И до сих пор, если вы смотрите на историографию Первой мировой войны, вы увидите кучу книг, которые посвящены причинам Первой мировой войны. Вообще, почему она случилась? Почему вдруг европейские страны начали воевать? Все говорили о том, что война вообще уже невозможна, потому что возникли какие-то финансовые системы, общие рынки, которые объединили эти страны. Никаких таких уж глубоких противоречий, чтобы потом 4 года убивать миллионы людей, вообще нет. Там убийство там, этого эрцгерцога кажется какой-то абсолютно нелепой причиной для того, чтобы из-за какого-то эрцгерцога вся Европа погрузилась в какую-то пучину братоубийственной войны. Кстати, вот эта все-таки история с Первой мировой войной, она нас чему-то учит о том, что как-то непонятно, почему может возникнуть немыслимая бойня. И там уже было непонятно причина. Никакой причины, одной причины вообще искать, найти невозможно, и очень много книг на эту тему. Со Второй мировой войной как-то все проще, да, там всегда начинается с Версаля, потом Гитлер, там, ну, Гитлер как бы такое воплощение зла, он начинает там экспансию. Мы знаем, кто виноват, почему что-то происходит, но Первая мировая вроде бы и нет никакого такого злого гения, который все это начинает. И вот, значит, когда возникает революция в России, и революция как бы провозглашает определенный конец истории, история обнуляется, мы начинаем писать историю с самого начала, происходит то, что некоторые исследователи заметили, что Советский Союз с самого начала вдруг начинает привилегировать идею пространства. Как бы, хотя революция – это историческое, конечно, событие, что-то привело к ней, произошел этот взрыв, и вдруг происходит такой взрыв пространственных представлений. Вальтер Беньямин приехал в Москву в 1928 году, и он описывает, что все в Москве все время говорят о пространствах, что всюду появились, например, географические карты, которые никогда не были в ходу, и его совершенно поражает там одна историческая карта, на которой изображены какими-то значками исторические события. Исторические события изображены в виде каких-то символов на карте. Он пишет о том, что, например, он приходит на «Даешь Европу» Мерхольда, там вся, собственно, сцена – это какая-то огромная карта. Он пишет о том, что в этот момент выпущен, значит, фильм Вертова «Шестая часть света», который пытается осмысливать Советский Союз, и это такой боевик, значит, осмысливать Советский Союз как какую-то совокупность разных пространственных регионов. Его совершенно поражает, что как бы историческое начинает вдруг давать такой очень сильный сдвиг в сторону пространства. Есть такая книжка Эммы Видис, исследовательницы из Кембриджа, которая называется «Visions of a New Land», которая посвящена тому, как, например, советское кино конструирует пространственный образ Советского Союза, который складывается, и действительно люди, которые жили при советской власти, хорошо помнят, что вот эта карта Советского Союза, она имела очень большое значение. Идентификация как бы со страной в значительной степени строилась на вот этом образе какого-то такого, значит, который мы брали с карты. И Видис говорит о том, что в какой-то момент интерес политиков сосредоточен на идее объединения России, нового объединения России. Она считает, что и индустриализация, и коллективизация – это способ объединения земель. Она отмечает, что вообще один из первых декретов советской власти – это декрет о земле, и земля как какое-то пространство оказывает существенное влияние на них. И она говорит о том, что то, что происходит, происходит попытка уйти от иерархического понимания России, власть, которая спускается вниз, там, через какие-то бюрократические структуры и так далее, к уравнивающему представлению о том, что такое страна. Уравнивающее – это есть плоское пространство, где есть многие регионы, которые между собой связаны, и она пишет о том, что электрификация имела очень большое значение, потому что это была сеть электрических проводов, которая объединяла между собой страну. И в 1921 году, когда
формируется план Гойл-Ро, и тут диспуты. Нужно организовать электросеть страны иерархически, чтобы все, вся энергия распределялась из Москвы, или нужно принять какой-то такой принцип равенства. Разные регионы автономны от себя, в конце концов, они все-таки приходят к принципу равенства, который очень характерен для 20-х годов, разделяют страну на 8 автономных регионов и как бы уходят от идеи такой вот иерархической организации вокруг Москвы, которая потом, естественно, восстанавливается. И я, значит, в этой связи упомяну книжку, которую вы, наверное, знаете, это книжка «Паперного культура 2», которая, значит, имела большой успех, по-моему, и очень влиятельная книга, где, значит, Паперный разделяет советскую культуру на два типа. Культура, значит, один, говорит он, это культура 20-х годов, где есть пространственное равенство, где нет вертикальных осей каких-то, а где есть вот такое вот равноправное распределение каких-то центров. А в 30-е годы появляется то, что называют культура 2, когда все построено вокруг вертикальных осей. И если посмотреть на то, как конструируются города, то города всегда должны иметь какие-то центральные оси, поэтому в Москве строят высотные здания какие-то. Значит, радиальная структура вокруг центра становится абсолютно доминирующей. Город фантазмируется как нечто, связанное с Дворцом Советов, который должен быть какой-то неслыханной высоты и который должен организовывать как вертикальная ось все это. И он говорит о том, что есть принцип пространственного равенства, который характерен для культуры 1, есть принцип историзма, который начинает пронизывать культуру 2, потому что там все организовано вокруг собственного генезиса. Образ революции как первого события, как истока, становится невероятно важным, его начинают постоянно эксплуатировать там и так далее, все эти монументы, в которых это событие начинает утверждаться и так далее. Это культура, которая пытается восстановить историзм, в то время как культура один историзм снимает и все сводит к каким-то пространственным плоскостям. Одновременно происходит на Западе примерно в то же время, то есть в начале 20 века, особенно это видно, особенно с 20-х годов, без всякой связи, вообще говоря, с Советским Союзом, возникает понятие геополитики, значит, вот, который дал название этому циклу. В принципе, считается, что основателем этой геополитики является Карл Хаусхофер, который был немецким офицером, потом стал даже генералом и кончил жизнь довольно печально, потому что он участвовал в заговоре против Гитлера и кончил там, попал в Дахау там, и так далее. Но он с 20-х годов начинает разрабатывать идею геополитики, которая альтернативная идея как бы такой политической истории. Потому что он говорит, что история вообще задается распределением сил внутри пространства. Нужно исходить из того, что есть географические зоны, где соприкасаются какие-то силы, возникают какие-то напряжения. И поэтому все, как бы, вся причинность исторических событий должна быть погружена в пространство. Пространство детерминирует, что происходит в этом пространстве. Не история, то есть не линейные события, а мы имеем какое-то место, где многие агенты начинают между собой реагировать, и в результате взаимодействия этих агентов происходит какое-то историческое событие. Значит, это, собственно, и есть геополитика, это обращение истории в географию. Это на самом деле такой как бы синтез истории и географии. И мы одновременно имеем, например, возникновение евразийства. Сейчас много в России говорят об этой Евразии там какой-то, и вспоминают все время доктрину евразийства, которую в 20-е годы придумал там князь Трубецкой, Савицкий, Якобсон, там и целая группа людей, которые считали, что, например, цивилизация российская, цивилизация, они это называли скорее евразийской цивилизацией, складывается в результате сосуществования людей в одном пространстве.
только пространство сводит их вместе. Собственно, нашла эта идея свое выражение в ранних трудах Романа Якобсона, знаменитого лингвиста, который ввел понятие языкового союза. Потому что... И в чем понятие языкового союза отличалось от традиционной лингвистики? Традиционная лингвистика строилась по такому дарвиновскому типу, как дерево. Есть какой-то исток, из которого какой-то там индоевропейский общий корень языков. Потом эти языки начинают расходиться на ветки, точно так же, как есть какой-то биологический предок, какой-то животное, от которого начинают потом отходить разные какие-то ветки. Значит, и описание эволюции языков строилось как вот такая генеалогия историческая. Есть что-то, оно превращается во что-то, превращается во что-то. То есть это чисто линейная историческая вещь. Но он говорит, что есть сходство между очень далекими языками. Например, мы находим какие-то общие вещи между там тюркскими какими-то языками и славянскими языками. Он назвал этот процесс конвергенции, то есть происходит сближение разных языковых систем. И он говорит, что это происходит из-за того, что они существуют в одном пространстве. Определенное пространство начинает создавать определенное культурное единство. И он говорил, что степь, они вообще об этом писали, что вот эта евразийская степь задает определенный тип культуры, который происходит в результате унификации совершенно разных культурных истоков. То есть развитие происходит не генеалогически, как бы каждая ветка из прошлого движется в будущее, а пространственно. Они начинают сближаться, потому что они оказываются рядом. У них разные как бы линии, или, как сейчас принято говорить в философии, серии. Есть каждая серия, и серия начинает пересекаться, сближаться, и возникают какие-то новые явления. И, собственно, так они и описывают возникновение этой евразийской культурной общности. Для них это было важно, потому что это позволяло уйти от идеи империи, создать новую модель политического объединения, которую они хотели видеть Россию. Они не хотели видеть Россию империей, они хотели видеть Россию вот таким каким-то объединенным культурным союзом, что ли, в котором происходит конвергенция разных народов, не потому что есть какой-то колонизатор, а потому что единое пространство диктует эту близость. Значит, Хаусхофер придумывает свою геополитику в 20-е годы, и очень часто и, в общем-то, не совсем правильно геополитику начинает считать проявлением имперского какого-то такого сознания. Часто говорят о том, что нацисты, Гитлер – это геополитика, потому что речь идет о зонах влияния, каких-то захватах территории и так далее. Обычно с этим связывается геополитика. Но геополитика на самом деле – это проекция времени, истории в пространство. Пространство начинает диктовать историю. А что значит, когда пространство начинает диктовать историю? Это на самом деле смена одного типа причинности на другой тип причинности. Это уже не линейная причинность по типу цепочки, а это взаимодействие множества элементов, которые вступают в какие-то системные отношения. Если, так сказать, подумать о какой-то геополитическом безумии, которое мы обнаруживаем сегодня в России, потому что, конечно, все эти там какие-то фантазмы Новороссии и прочее, можно легко представить себе в категориях вот такого евразийства, значит, есть какое-то мистическое единство культуры, языка, каких-то корней, которые, вообще говоря, оправдывают любую военную авантюру там, и все что угодно, и это, конечно, какая-то такая очень устаревшая идея политическая. Но в действительности то, что имеют в виду люди, которые придумали геополитику, это идея мышления в регионами. Вот, например, известный французский историк Фернан Брудель написал книгу, очень влиятельную книгу о Средиземном море, которую он считал, что гораздо важнее то, что народы существуют вокруг Средиземного моря, чем любые политические и религиозные деления.
потому что Средиземное море – это главное место коммуникации в античном мире, потому что там происходит бесконечная система обменов, торговли, там складываются рынки, там складывается единство культуры, там складываются коммуникации прежде всего. И поэтому гораздо важнее не где какая империя, или не где какой язык, или не где какие там идолы, а гораздо важнее, что есть общее географическое пространство, которое в итоге производит культурное, какой-то синтез, культурное единство и исторический синтез. История вписывается в отношения между пространством. Там Анри Перен, знаменитый бельгийский историк, написал книжку «Мохаммед и Карл Великий», где он говорил о том, что средние века происходят от того, что мусульмане захватывают север Африки, и, значит, Средиземное море перестает быть морем судоходства, потому что разрывается отношение между африканским берегом и европейским берегом. И это меняет всю цивилизацию. Он говорит, начинается средние века, потому что там из Египта перестают завозить папирус или хлеб, значит, из-за этого нету на чем писать в Европе. Они начинают писать на пергаменах, на этих шкурах каких-то, которые они обрабатывают. Очень дорогим становятся средства для писания. Поэтому резко падает уровень культуры, коммуникации и так далее, и так далее. В итоге возникает Европа, как он считал, потому что Европы не было, а было все вокруг Средиземного моря, и вдруг все сдвигается на север, потому что другие формы коммуникации возникают, возникает феодализм, возникает совсем другой тип цивилизации, возникает очень много чего, значит, благодаря тому, что прерывается связь вокруг Средиземного моря. То есть мы можем описать историю теперь не потому, что там кто-то что-то захотел, или там что-то, какая-то была воля, или было какое-то историческое событие предшествующее, а потому что пространство переформатировалось, что ли, приняла иную конфигурацию, и вся история пошла совершенно иначе, потому что история является результатом вот продуцирования событий с помощью пространственных конфигураций. Значит, ну, Хаусхофер писал, например, что нужно просто переделывать карты, считал он, потому что карты формируют наше сознание. И он говорил о том, что вот в центре как бы традиционных карт оказывается Атлантика, потому что, с одной стороны, в карты всегда пытаются поместить Европу, а с другой — Америку, как два важных центра цивилизационных, и поэтому они должны быть представлены. А на самом деле все сместилось в сторону Тихого океана, потому что Тихоокеанский регион становится центральным со всех точек зрения. Там возникла Япония, Китай приобретает все большее значение и так далее. Но мы этого не видим, мы слепы к тому, что происходит, потому что сама форма карт, которые мы печатаем, детерминирует неправильное историческое сознание и неправильное понимание того, что происходит в мире. Значит, часто вот эти регионы, они описывают как какие-то органические единства. Геополитики, например, говорят о очень важном для них законе Рецеля, который был зоологом, который стал потом географом, что тоже любопытная довольно трансформация, который говорил о том, что, значит, есть определенный закон роста политических единств, который похож на рост каких-то органических тел, и что можно эти зоны описывать как какие-то органические образования, как организмы, которые там как-то растут, приходят в упадок, там стареют, умирают там, и прочее, прочее, прочее. Значит, один из геополитиков говорит о том, что геополитика – это гештальт-социология. Это социология, которая принимает в расчет вот гештальт, то есть образ определенного пространственного региона, и что это какая-то такая... Курт Левин придумал такую идею поля в социологии и в психологии. Говорит, что это как бы социология поля. Есть какое-то поле, в котором есть интенсивности, центры, которые вступают в какое-то взаимодействие, создают какую-то конфигурацию. И, собственно, существование в этом поле предполагает совершенно особые типы опыта, который определяется самой конфигурацией пространства. Значит, холодно что-то тут у вас. Извините, я начинаю мерзнуть. Накину пальто. Значит,
Такая идея, значит, геополитики, о которую я вам сейчас описываю, она казалась интересной и правильной до, наверное, где-то 70-х-80-х годов XX века. Но сегодня возникает ощущение, что эта модель устарела, хотя она в каком-то смысле решает те проблемы, которые возникают в связи с кризисами старизма, потому что она предлагает другую причинную модель истории. Или там, не истории, а того, что происходит с цивилизацией. Устарела она потому, что все более сомнительным становится идея региона как организующего определенную целостность. Вообще, если говорить о той модели, которую я вам описал, то модель это такая. Есть какая-то пространственная зона. Эта пространственная зона сводит что-то воедино и вырабатывает какое-то единство. Она вообще производит какие-то тотальности, да? И на эти тотальности легко накладывается сама по себе идея национальных границ, каких-то зон влияния, например, о которых постоянно талдычит Путин, что есть какие-то зоны влияния, это зона влияния российская, это зона влияния там, западная, я не знаю, там че. Значит, вот это какая-то зона, которая почему-то обладает каким-то, вот, например, евразийским единством, таком в духе вот, там, евразийской какой-то теории. Значит, но что происходит сегодня? Происходит очевидный распад пространственных единств. Поэтому возникает как бы кризис и геополитической модели, если вот то, что я вам описываю, назвать так как бы условно геополитической моделью. Значит, что происходит? Все меньше и меньше, когда вы следите за тем, что происходит, речь идет о каких-то национальных интересах и вообще конфликтах наций. Вот Путин как раз такой динозавр этого сознания. Есть Америка, Россия, там чего-то они почему-то там противостоят друг другу, разыгрывают какие-то там интересы и так далее. Но когда ты смотришь, о чем люди говорят, совершенно никто не говорит больше о каких-то национальных конфликтах, в основном межнациональных конфликтах, или не говорят о каких-то территориальных претензиях, которые кажутся сегодня какими-то устаревшими. А речь идет о том, что конфликты происходят внутри этих зон. Эти зоны не столько объединяют, сколько разъединяют. Поэтому, если вы посмотрите, что в основе современных конфликтов, например, в Сирии. В Сирии конфликт не территориальный, конечно, а религиозный прежде всего. Да? Там шииты, сунниты, там какие-то. Значит, какая-то зона, там живут курды, какие-то алавиты, мы должны что-то проникать в какие-то религиозные вещи, причем эти вещи всегда перепутаны. Потому что мы знаем, там, что какой-то Багдад, это там то ли он шиитский, то ли он суннитский, одни районы шиитские, другие суннитские там, и так далее. Вообще говоря, вот это вот представить, что есть какая-то чистота региона, которая создает какую-то тотальность, становится все более трудно. Ну, мы понимаем, что это Новороссия чистый миф, потому что нет такого единства, как Новороссия. Там какие-то линии проходят внутри этих зон по каким-то совершенно другим, вообще говоря, разделам. Потому что там есть культурные разделы, там есть какие-то классовые разделы, там есть какие-то националистические разделы, там есть религиозные разделы, там все что угодно. Но это вот единство, оно перестает казаться. И эти конфликты, все сегодня конфликты, это конфликты внутренние, это конфликты, которые происходят внутри. Поэтому вот эти как бы танки не очень понятно, куда бросать. Потому что все больше и больше становится там каких-то партизанских войн, полицейских операций, каких-то спецназа, который куда-то пробирается и что-то там делает и так далее. Потому что битва, как Курская дуга, которая разворачивается на какие-то тысячи километров, просто сегодня кажется абсолютно невозможным. Если вы посмотрите, какие главные проблемы, сегодня Европа вся стонет от потоков, миграционных потоков. Ну, вы знаете, это просто там кризис, связанный с мигрантами из Африки и из Азии.
Ну, миграционный поток – это не геополитическая проблема, потому что… То есть она движется откуда-то куда-то, но это не потому, что есть какая-то территория, противостоящая другой территории, это происходит. Происходят какие-то разломы внутренние. Значит, происходят какие-то угрозы, связанные с какими-то подпольными мафиями, с какими-то идет все время что-то вокруг интернета, которое никак не связано ни с какой национальной структурой. Там какие-то хакеры, есть какие-то межнациональные финансовые структуры. Финансовый кризис поражает не какую-то территорию, а поражает там весь мир там все время. И так. То есть мы видим, что экономически все это перестает работать. Все это становится так сложно и взаимосвязано, что больше территория не оказывается той формой, через которую мы можем как-то проанализировать становление каких-то событий. И то, что происходит сегодня, французский теоретик Игнасио Гамоне назвал это геополитика хаоса. То есть вообще мир стал невероятно хаотичен, и там происходит какое-то взаимодействие множества факторов, которые носят какой-то совсем другой характер. То есть то, что происходит, с моей точки зрения, происходит как бы разрушение пространства, как такой унифицирующей матрицы, из которой возникает какое-то единство. Пространство больше ничего не унифицирует, а является какой-то зоной каких-то очень сложных множественных взаимодействий, результат которых совершенно невозможно вообще предсказать. Это какие-то статистические, скорее, вещи, которые приложимы к этому, а не какая-то причинность такого классического типа. Французский социолог Марк Оже предложил такое понятие «не место». Ну, значит, которое вошло очень широко в социологический лексикон, называется это «no place». И он говорит, что современность прежде всего характеризуется не какими-то территориальными зонами, а вот этими самыми «no place». Что такое «no place»? Моделью «no place» для него является, например, вокзал. Или какой-нибудь аэропорт. Значит, ты находишься на этом вокзале, который не принадлежит ничему. Это какое-то место, куда сведено масса коммуникаций, но которое само по себе как бы обладает каким-то фантомным пространством. Это место, где ты не можешь жить, ты не можешь там отдыхать, ты не можешь вообще там находиться, ты можешь только через него пройти куда-то, или ты можешь там томиться. Хайдеггер писал о том, что вокзал – это место, где мы чувствуем медленность времени, движение времени. Это вообще место, которое полностью поражено идеей скуки, потому что человек сидит и ждет там своего поезда, который задерживается, или что-то в этом духе, и кроме этого ожидания и скуки ты там ничего не испытываешь. То есть это такое место, которое не обжито. А сама по себе, конечно, идея обживания чего-то, она очень связана с идеей пространства какого-то. Это хорошо объяснил Хайдеггер тоже, который писал о том, что, значит, мир создается с помощью какого-то соединения разных сторон мира, что небо, земля соединяются, мост соединяет два берега реки, дом стягивает к себе окружающее пространство, место, где живет человек, организует вокруг себя пространство. То есть есть вот такая центрация пространства. А сейчас, если вы почитаете Делёза, он все время говорит о детерриториализации, о номадах, о каких-то кочевниках. Мир становится кочевым, который не связан с пространством, он где-то все время, так сказать, зависает вот в этом самом «no place», в этом не месте. И не место – это, почему это для меня существенно, это место, где осуществляется множественность связей. Когда вы сидите в аэропорту, что такое, собственно, аэропорт? Это место, которое связывает вас со всеми городами мира или страны, и больше ничего. Там, собственно, там невозможно находиться, а тут только можно уехать куда-то. Вот и все. Другой принадлежности это место, вообще говоря, не имеет. Оно ничего не может как бы сформировать, но оно необходимо, потому что оно позволяет взаимодействовать вот этим коммуникационным каналом. Значит, что-то другое там, собственно говоря, возникает. Возникают вот эти вот такие места, которые оказывается то, чем
теория, современная теория систем говорит о каких-то распределенных сетях. Это по-английски называется distributed network. Значит, моделью distributed network является мозг, как сейчас его понимают, потому что мозг не имеет центра, он не имеет как бы места, а это бесконечно меняющаяся связь нейронов, где какие-то мириады нейронов входят в какие-то взаимодействия, но, собственно, очень трудно понять, что из этого возникает, как, поэтому все вот эти когнитивные психологи, они какие-то процессы отслеживают, но перескочить от этих процессов к какому-то унитарному смыслу становится все более и более трудным. Значит, меняется очень многое в этой связи. Значит, но вот эти вот распределенные сети, они еще предполагают какие-то центры, какие-то нейроны, если хотите. Вокруг этих нейроны между собой вступают в какую-то связь. То есть они предполагают то, что можно назвать определенное местоположение. Множественность каких-то местоположений, которые могут вступать совершенно в разнообразные меняющиеся связи. И я думаю, что это гораздо лучшее описание того, что происходит в обществе и в мире, потому что мир – это такой как раз distributed network, где очень много элементов постоянно связываются, перестают связываться, распадаются, и что-то возникает. Что, вообще говоря, возникает, не очень понятно, потому что мы начинаем затрудняться в том, чтобы описать то, что происходит, и мы выходим за пределы нашего языка описания. Вообще мы все время сегодня подходим к пределам нашего языка описания. И это происходит всюду, это происходит в квантовой механике, где это как бы обнаружилось гораздо раньше, когда, значит, Эйнштейн, как вы знаете, страшно критиковал квантовую механику, считал, что, хотя он был одним из ее основателей, считал, что там есть такие вещи, которые противоречат всем представлениям о возможности мира, и если мы их признаем, то просто мир невозможен. И главное, конечно, его возражение было направлено на идею не места. Значит, то, что называется non-locality в квантовой теории, когда, значит, есть вот эта идея, значит, взаимосвязанности частиц, то, что, значит, называется по-английски entanglement of particles, значит, это когда две частицы, они могут находиться бесконечно далеко друг от друга, так связаны, что мгновенно то, что происходит с одной, происходит с другой. И он говорил, что здесь что-то не так, потому что, значит, нету пространства, если они связаны между собой вне зависимости от расстояния, где они расположены друг от друга. Значит, пространства нет. Если пространства нет, нет этого locality, нет больше каких-то локализующих центров. Если нет локализующих центров, весь мир слипается в какую-то абсолютно аморфную массу, о которой мы ничего не можем сказать. Значит, невозможно никакие interaction, никакие-то взаимодействия, потому что для того, чтобы было взаимодействие, нужна какая-то отделенность элементов, которые между собой взаимодействуют. Вообще вся физическая картина мира рушится. И он называл это entanglement, которое, значит, было открыто еще в конце 20-х годов, в 30-е годы. Он говорил, что это spooky interaction, говорил. То есть какое-то мистическое, странное взаимодействие, которое только свидетельствует о том, что что-то мы не понимаем. И против этого возражала Нильс Бор и группа там физиков, которые говорили о том, что теория вообще не описывает мир, а она описывает наши возможности его описать. Потому что наши возможности его описать совершенно не отражают этого мира, потому что мы ограничены, в нашей голова, то, как мы можем мыслить мир, мы не обладаем адекватным способностями для описания невероятно сложных вещей. Мы вынуждены мыслить, как Кант уже показал, в категориях пространства, времени. Может быть, эти вообще категории какие-то мнимые, являются только свойством нашего сознания. Значит, мы подступаем к чему-то, где мы доходим до пределов способности описания, а дальше возникают какие-то вещи, которые становятся все менее и менее описываемыми. Я думаю, что наука, например, там, нейрофизиология, там, я не знаю, квантовая механика, они подбираются к этим пределам. И вот это вот новое понимание взаимодействия как очень сложных распределенных систем, оно становится все менее и менее
объясняющий то, что происходит. Она более адекватно описывает взаимодействие миллиона агентов, которые действуют в мире. Миллионы людей разных культур, разных интересов, по-разному включенных в экономические, политические какие-то связи и так далее. Но как это все можно описать в категориях унитарного смысла, какого-то, что же все-таки все это значит, к чему мы идем и так далее, становится все более и более сомнительным. И, конечно, огромное значение тут сыграла теория термодинамики, в которой речь шла о том, что поведение каждого атома нельзя описать, но можно статистически описать поведение системы. И поэтому можно предсказать поведение этой системы, но предсказать поведение каждого атома невозможно. Каждый атом недетерминистичен. А что в итоге мы придем к энтропии, например, это можно как-то там статистически, например, показать. Вот это то, что становится все более и более очевидным сегодня. Я уже что-то долго говорю. Значит, я от этих каких-то общих рассуждений я хочу просто чуть-чуть выйти на более теоретическую такую стезю. В заключение... как бы ввести некоторые более теоретические какие-то философские категории, которые мне помогут завтра, когда я уже буду касаться искусства, и как эти все странные пространственные вещи, преобразование идей смысла и так далее, как это все отражается в современном искусстве. Значит, прежде всего то, что происходит, приводит к тому, что вот эта линейность, историческая линейность, заменяется идеей множества линий. Значит, история перестает пониматься нами как одна унифицированная линия. Там очень много каких-то линий. Значит, когда очень много линий, абсолютно исчезает идея какого-то прогресса, исчезает идея... Опять. Заработал первый? Ну, посмотрим. О, работает шикарно. Да. Их надо менять периодически просто и все. Местами. Значит, исчезает идея такой классической онтологии. Онтология, которая основывалась на идее истины какой-то, правды, которой можно достичь, она исчезает, потому что мы имеем дело с множественностью каких-то линий. И общая суммарность чего-то происходит как результат дифференциации взаимодействия этих линий. То, что сегодня все говорят о том, что наука сегодня носит гетерологический характер, то есть она не объединенная, она вся связана с разнообразием элементов, которые как-то между собой взаимодействуют. Хайдеггер говорил, что логос – это нечто объединяющее, создающее какое-то единство, вот тут логос перестает вот это вот единство производить. Синхрония начинает доминировать над диахронией. И, как один теоретик заметил, прекрасной моделью такого синхронического представления о культуре становится музей. Музей, куда помещено множество каких-то артефактов, которые принадлежат совершенно разным сериям, совершенно разным линиям. Там могут быть какие-то, я не знаю, тотемы, религиозные, могут там быть иконы, могут быть стулья какие-то там или какой-то фарфор, там может быть что угодно. Значит, и это все объединяется из разных эпох, из разных культур, и все это сводится в этот музей, где эти картины могут вступать в совершенно непонятные, вообще говоря, взаимодействия, складываться в какие-то странные коллажи и монтажи. Итальянский философ Джанни Ватимо говорит о том, что когда кончается на самом деле идея унифицированной истории, которая позволяет события комбинировать в какой-то единый нарратив, в единое повествование, история становится системой письма, где больше нет никакой истины за этими событиями, а есть риторика представления разных вариантов.
И то, что происходит благодаря тому, что происходит конкуренция разных линий, разных вариантов, мы сталкиваемся с очень важным качеством современной культуры. Мы бесконечно интерпретируем, мы входим в полосу бесконечных интерпретаций, переписываний, новых версий, новых интерпретаций, которые заменяют то, что когда-то раньше люди пытались добиться, идеи какой-то истины, которую можно в итоге найти. Мы входим в систему риторических множественных переписываний интерпретаций. Ватима пишет о том, что прогресс заменяется продукцией нового, которым производится для рынка. И это такое искусственное стимулирование нового, которое заменяет собой прогресс. И он говорит о том, что меновая стоимость становится очень важной, потому что все оказывается теперь эквивалентным для чего бы то ни было. И он говорит о том, что мы входим в область вот таких интерпретационных слабых онтологий, которых он, как он и называл, слабыми онтологиями. Он написал «Онтология де Боле». Больше нет никаких, собственно, вещей, которые мы можем с очевидностью утверждать или, в принципе, выводить. Значит, речь идет о бесконечной реинтерпретируемости реальности. Когда-то Мишель Фуко, вы читали, наверное, его книжку «Слова и вещи», очень знаменитую, где он пытался показать историю культуры как смену того, что он называл эпистему. Там есть какая-то эпистема классическая, которая там может сменяться постклассической, есть эпистема гуманистическая и прочее, прочее, прочее. А потом он написал книжку через несколько лет, значит, «Слова и вещи» он написал в 1966 году, а в 1972 «Археологию знания», где он отказался от идеи вот смены эпистем, и где он ввел понятие, которое страшно модным, дискурсом. Он говорил о том, что существует множество дискурсов, то есть определенных языковых конструктов, которые по-своему описывают реальность, и которые разные, имеют разный генезис. И он говорил о том, что главная задача истории теперь – и это понять форму взаимодействия разных дискурсов. Как вот эти дискурсивные цепочки складываются между собой, как они могут создать какую-то вертикальную систему смыслов, как вообще смыслы складываются из множественности дискурсов, которые заменяют собой вот единство вот этих эпистем, от которых он отказывается в какой-то момент. И это уже 1972 год. Значит, что еще я хотел сказать? Я хотел сказать о том, что Фредерик Джеймсон, американский философ, говорил о том, что и это для него одна из главных характеристик постмодерна, значит, что происходит исчезновение глубины, что все эти взаимодействия оказываются на поверхности. Глубина всегда связана со временем, она уводит нас куда-то вглубь. А когда мы имеем дело вот с такими пространственными конфигурациями, поверхность начинает доминировать над глубиной. И это, с моей точки зрения, отражается и в том, как мы видим человека, который все меньше начинает пониматься как вместилище психологической глубины, какой-то своей биографии глубокой и так далее, а который все больше становится похож на какую-то поверхность, на которую, собственно, изображают художники. Когда-то Вальтер Беньямин говорил о том, что в ранней фотографии, потому что была слабая чувствительность пленки, люди очень долго позировали. И они так долго позировали, что происходил синтез каких-то микромимических выражений, и возникало какое-то ощущение глубины, потому что синтезировались разные ощущения от человека, и портрет приобретал глубину. А потом вот это долгое экспозирование исчезает и заменяется мгновенным снимком, который просто снимает случайную как бы конфигурацию лица и так далее, который становится более значимым для современной цивилизации, которая вообще отказывается от идей психологической глубины. Вы знаете, что психологизм – это очень характерная черта XIX века, которая уже после революции XX века казалась смешной там, Эйзенштейну и компании, но которая сегодня так и не восстановила себя в своих правах. Человек становится в значительной степени какой-то поверхностью, и он живет на мере каких-то поверхностей. И последнее, что я хочу сказать, что возникает такое направление, которое для меня, вообще говоря, интересно, и это группа людей, которая называется «логиками времени». Они пытаются понять, как время вписывается в логические конфигурации.
И одна из таких логиков, Мария Луиза Скабья, итальянская ученая, она говорит о том, что необходимо отказаться от идеи точки. Потому что точка – это нечто, расположенное на линии, которое может дробиться до бесконечности, и это такое открытое место, которое мы не можем никогда достичь точки, потому что любая точка может еще разделиться, и она создает континуальность линии. Потому что мы не можем линию поделить, мы не можем найти дискретность. Она создает эту континуальность. И она говорит, что точка должна быть заменена интервалом. Она называет интервал темпускула. Значит, мы помещаем вместо точки интервал. Интервал разрывает линию. Каждая линия, с ее точки зрения, состоит из разрывов и интервалов. Но эти интервалы могут впитывать в себя другие линии. В этих интервалах могут пересекаться другие линии, потому что интервал больше, в отличие от точки, не принадлежит какой-то единой линии. И она считает, что темпускулы – это то, что заменяет точку, и то, что организует сегодня пространственное взаимодействие. В этих каких-то интервалах происходит пересечение множества линий. Она предложила говорить о линиях, биографических линиях, например, говоря о том, что каждое множество судеб между собой пересекаются, какие-то эти серии как-то между собой пересекаются. Там есть очень много биографических линий, которые складываются в какое-то единство жизни целого там коллектива, например. И это происходит потому, что есть возможность вот такой комбинирования этих линий через эти точки, которые не принадлежат этим линиям. Это какие-то пустые пространства. Вот это не место, где происходит коммуникация, о которой я говорил, которая позволяет соединять, она с точки зрения логики может быть введена вообще в какое-то рассмотрение континуума. Континуум становится в каком-то смысле рваным. Значит, ну и, наконец, значит, я хочу сказать несколько слов о термодинамике, потому что, во-первых, я считаю, что невозможно отрывать культуру, искусство, вообще социологию и так далее от науки. Наука, я вот сейчас упомянул коротко, например, квантовую механику, но и термодинамика, и так далее. Все это общая часть какой-то единой культуры, которая вдруг начинает сталкиваться с какими-то вещами и в разных областях, даже не связанных между собой, отвечает на эти вопросы. Потому что эти вопросы встают не только там, в геополитике или там, в области каких-то логики и так далее. Это нечто, что начинает пронизывать наше сознание настолько глубоко, что в разных областях люди ищут на это ответ. Значит, почему я хочу об этом вспомнить? Потому что отчасти с тем, что со знаменитой работой, которая была переведена на русский, может быть, она есть и на украинском, но, во всяком случае, она была доступна, и это с работами Пригожина и Стенгерс, которые описывали как бы мир в категориях термодинамики, очень, очень существенный, значит, где они пытались описать историю через термодинамические процессы. Потому что они говорили о том, что, значит, если взять закрытую систему, а в закрытой системе мы знаем, что, значит, она всегда развивается в сторону энтропии. Для того, чтобы энтропии не достичь, система должна быть открытой и должна подпитываться энергией извне. Вот там человек или любое живое существо, открытая система, мы едим какую-то пищу там и так далее, поэтому мы получаем энергию извне, и поэтому мы можем сопротивляться энтропии и какое-то длительное время поддерживать высокую сложность нашего организма и противостоять окружающей среде, что, собственно, есть жизнь. Жизнь – это не слияние с окружающей средой, это отказ от энтропии. Значит, когда закрытая система, и там энтропический процесс начинается, пишут они, начинает работать то, что включается, то, что они называют time arrow. Значит, возникает стрела времени. Потому что эта система движется к определенному предсказуемому состоянию, и она становится историчной. История возникает там, где есть возможность вот этого движения в сторону энтропии. Когда мы достигаем энтропии, там уже невозможно никакое изменение, как бы эта система абсолютно исчерпывает потенциал изменений, и поэтому время кончается. Значит, они считают, что вообще категория времени
полностью порождается термодинамическими, в принципе, процессами в системе. Значит, но интересно то, что они описывают это так. Когда наступает энтропия системы, там больше не происходит изменений, они говорят, время возвращается в пространство. Значит, есть вот это удивительное, то, что Эйнштейн говорил, что есть пространство-время, есть способность времени возникать из пространственных конфигураций, а потом снова превращаться в пространство. И это, мне кажется, чрезвычайно интересно. Значит, когда мы вводим вот эти понятия темпускул, о которых я вам говорил, события перестает быть событием на линии. И событие может опространствливаться как-то. Делез, которого я уже упоминал, говорил о том, что вообще событие похоже на волну, на волновой какой-то процесс. Волна, в отличие от частицы, как мы знаем, нелокализуема, она охватывает целое пространство и приводит множество элементов в вибрацию, говорил он. Это и есть событие. То есть событие – это нечто, что происходит как бы за счет превращения чего-то локализуемого, частицы, которая распространяется как какая-то, как световой спектр, утрачивая свою локализацию и становясь пространственной. Значит, и Пригожин говорил о том, что мы раньше всегда считали, что мы равновесную систему, мы всегда ассоциировали с порядком, например, кристалл. Но теперь мы ассоциируем чаще всего с порядком сложно организованную систему, которая неравновесна. Потому что человек, например, это очень сложно организованная система, но она неравновесная, это называется метастабильная система, она всегда находится под угрозой разрушения, она всегда находится под угрозой смерти, и поэтому она всегда должна себя восстанавливать, и поэтому она исторична. И Пригожин пишет очень интересную вещь, которая, мне кажется, очень важной. Всякая равновесная стабильная система неинтересна. И он пишет, равновесные системы, они всегда создают линеарность времени. Время всегда в равновесных системах легко просчитывается как линейное развитие. Но, говорит он, неравновесная метастабильная система, которая всегда находится на грани нестабильности и так далее, как, например, водоворот. Когда водоворот какой-то возникает, там, я не знаю, вода уходит из раковины и начинает так крутиться и образует какую-то фигуру, она обладает какой-то формой, устойчивой формой, но вместе с тем эта форма очень нестабильна, она всегда может измениться и так далее. И он говорит о том, что такая система всегда, поскольку она недетерминистична, она недетерминирована строго, она как линейная система, она обладает потенциально двигаться то в одну сторону, то в другую, то в третью. Она непредсказуема в своем развитии, и поэтому она позволяет состояться новому. Новое возможно только там, где нету линейности. Потому что там, где есть линейность, есть вот эта причинность, которая толкает и все предопределяет, время состояться не может. А история для нас интересна тем, что она непредсказуема, что она связана с этими сложными системами, которые упорядочиваются, но всегда могут изменить свое течение, как там, я не знаю, в саду расходящихся тропинок у Борхеса можно пойти туда-сюда, она может принять такую форму и такую форму. И вот это и есть самое интересное в истории о том, что она всегда выпадает из линейности, она всегда концентрируется вокруг этих темпускул, а не вокруг точек, которые стягивают линию в континуум и которые позволяют чему-то линейному состояться. Значит, тут всегда есть возможность нелинейного развития. Вообще нелинейные системы только производят новое, историческое интересно для нас не в той форме, в каком оно детерминировано и предопределено, а в той форме, какой оно предполагает непредвиденно, в каком оно производит новое. И это всегда, конечно, связано с нелинейностью, с тем, что он называет эмергентностью, что-то неожиданное, эта система производит что-то совершенно иное, но мы не знаем, откуда оно берется и так далее. И вот такие вещи мы никогда не можем объяснить с помощью историзма. Все системы, основанные на историзме и на линейности, входят в полный кризис, как только нужно объяснить появление радикально нового, например, появление жизни на Земле, появление сознания, появление языка. Невозможно вывести это, потому что вот из этой линейки мы этого никогда не можем вывести. Возникновение нового – это всегда результат каких-то резких скачков, которые никогда не выводятся из линейности. Значит, понять эти скачки можно только с помощью какой-то сложности систем,
который может преобразоваться в что-то совершенно иное. Термодинамика как раз говорит, что есть какое-то накопление, медленное накопление каких-то свойств системы, которые вдруг переходят в совершенно другую систему, там, я не знаю, вода становится паром и так далее. Это совершенно качественно иное состояние. Химическая реакция, кислород и водород соединяются, возникает вода. Вода не имеет никаких свойств ни кислорода, ни водорода, абсолютно. Это что-то совершенно новое, которое никак нельзя вывести из свойств кислорода и водорода. Значит, происходит вот этот вот скачок во что-то новое, и этот скачок во что-то новое абсолютно не выводится из исторической линейности. Значит, мы должны ввести какие-то совершенно иные факторы и мыслить какими-то другими вещами. Ну, вот это то, как мне представляется в общих чертах движение того, как мы понимаем историю, вот такая геополитика культуры, которая сказывается на всех сторонах искусства. Потому что мы начинаем иметь дело совершенно с иными смыслами. Раньше мы могли интерпретировать, вы знаете, что история искусства всегда долгое время, и вообще мастерство критика заключалось в том, чтобы пойти на выставку и описать сюжет картины. Значит, надо было все линеаризировать. Когда появился импрессионизм, был кризис критики, потому что они не знали, что описывать. Значит, до этого были всегда сюжеты, опять двойка, там, я не знаю, прибыл на каникулы, там чего-то такое, мы знаем, какую историю рассказать. И вдруг появился какой-то там, я не знаю, пейзаж. Пейзаж невозможно описать в качестве истории. Значит, происходит что-то происходит, казалось бы, там, ну, пейзаж и пейзаж. На самом деле это какой-то скачок, который выводит смыслы в какое-то другое измерение. Просто смыслы, потому что они не знают, как эти смыслы описывать. Значит, мы все время подходим к границам каких-то наших дескриптивных описательных возможностей, когда появляется что-то новое. Вот я думаю, то, что происходит сегодня в культуре и в искусстве, подводит нас к границам вот каких-то этого нового. Там, я не знаю, когда говорят о концептуализме, я считаю, что это абсолютно неадекватное название того, что происходит, и объяснение каких-то вещей, которые происходят, нам очень трудно сегодня дать. Но, значит, я это просто кончаю сегодняшнюю лекцию, потому что вот как раз завтра я постараюсь как бы углубиться больше в какие-то вещи, которые связаны непосредственно с искусством, где вот эти совершенно иные пространственные модели, конечно, не в смысле геополитики совсем, а иные генерируют какие-то совершенно, с моей точки зрения, новые интересные проблемы смысла. Ну вот, все, что я вам хотел в этой вводной части сообщить. Значит, и вот остальное будет завтра тогда. Если есть желание там что-то сказать, то Бога ради. Да, пожалуйста. Сложно отреагировать только в рамках какой-то событийной интеллектуальной реальности, вот, которая предполагается. Вот завтра следующая лекция, потом еще какая-то. То есть происходит еще что-то, что сложно не учитывать. Вот. И вот, ну, скажем, насколько мы способны это учесть, и вот, скажем, эти некоторые параллельные процессы, которые можно назвать синхронными. Я не очень знаю физику, но, наверное, это очень как-то связано с тем, что вы говорите. В общем, как-то расширить дискурс. Ну да, но мы все время пытаемся сводить все к каким-то... Когда-то Бергсон говорил о том, что такое человек. Это человек, это машина, которая сводит все многообразие мира, огромное количество, мириады каких-то сигналов, которые он получает, упрощает их до предела так, чтобы он на это мог среагировать.
Значит, потому что в основе всего этого лежат самые простые вещи: защитить себя от опасности, добыть еду. Значит, все эти сигналы нужно свести к одному: это опасно или это можно съесть. Но это невероятная редукция богатства мира, но так мы устроены, иначе мы не сможем в этом мире жить. Значит, когда вы говорите, что много каких-то связей, мы входим в сложные конфигурации, я с этим абсолютно согласен, но мы все время их редуцируем до чего-то, что можно съесть или взять. Да, да. Но это всегда становится все более и более сложно. Я думаю, все свести к тому, что можно взять и съесть. Да, добрый день, спасибо за лекцию. Вы вот говорите, что с точки зрения геополитики сейчас характерным есть возникновение каких-то no places, да? Но вот мне кажется, что... ну и в этих no places все, что происходит, это какие-то связи и ничего кроме них. Но если посмотреть на самом деле, что происходит в тех no places, которые возникают, как, например, там, не знаю, ЛНР или какие-то другие такие серые пространства, которые между государствами возникают или на их территории и тому подобное, то это как раз место, где происходят процессы, которые заметны в них, скорее с точки биополитики легче описать или биовласти, поскольку там это откровенное проявление такой хаотичной власти, причем обычно, вы говорили, сравнивали с аэропортом или вокзалом, и это тоже на самом деле схожее место, поскольку и в аэропорту, и на вокзале сейчас тебя могут вот так вот выдернуть, сделать тебя объектом своей власти те, кто ее имеет. Почему вы говорите тогда об этих no place как каких-то нейтральных зонах? Но я не думаю, что ЛНР и ДНР это no places, потому что no places это что-то открытое, бесконечное в системе коммуникации. Мне кажется, что ДНР и ЛНР скорее что-то закрытое. Это место, которое все больше и больше тяготеет к закрытости и к изоляции, которая позволяет вообще, когда такая изоляция возникает, она позволяет состояться унитарной власти. Если вы поставите со всех сторон, блокпосты и так далее, то возникает место, которое гораздо легче контролировать и которому гораздо легче применять насилие. То есть я думаю, что в каком-то смысле такие места, они совершенно не являются no places. Там не происходит взаимодействия огромного количества потоков, которые генерируют что-то непредсказуемое. Это совсем другой тип хаоса. Конечно, все можно привести, но это скорее хаос такого энтропического типа, когда просто исчезают какие-то порядки и возникает какой-то феодализм, где каждый человек с ружьем может кого угодно прибить. Или что-нибудь в таком духе. Но это для меня совсем не является образом вообще вот этих современных коммуникационных систем, каких-то вот этих распределенных сетей, о которых я говорю. Это как бы, я бы сказал, даже наоборот, в принципе. Как мы знаем, для меня это символ, например, там вот такой был аэропорт в Донецке, вы знаете, что с ним сделали, его как раз был no place, из него сделали настоящий place. Да, начал каким-то очень важным образом, то представьте себе критика какого-то доимпрессионистского периода, который описывает картину «Опять двойка». Вся фигуральность-то понятна, да, но сразу как начинаешь представлять, как бы там Дидро написал бы про Решетникова там, или Локтионова, или Кукрыниксов. Но вот та как бы приостановка истории искусства вот в сталинском СССР, выдергивание советского искусства из какой-то более-менее целостной современности, она в каких-то, может, более мелких формах происходит и сейчас, и там даже частично здесь, мы там через дорогу от здания Союза художников Украины находимся. Так вот вопрос, вот эти ситуации как бы культурной политики как части
некой той или иной правой консервативной политики, культурной политики, которая строится на большем или меньшем там, изоляционизме. Это бы отдельные параллельно существующие истории искусства или это какие-то закрывания, исключения, выдергивания локальной ситуации из общей истории искусства? То есть это как бы неполноценная, ущербная ситуация или это равноправная, параллельно существующая, просто различная история искусства? Спасибо. Ну, во-первых, я считаю, что нет истории искусства, потому что нет искусства. Искусство – это термин, который был придуман когда-то и чему-то соответствовал, безусловно, такой постренессансный период, потому что было нечто, что можно было описать как унифицированную историю искусства. Именно о том, о чем я говорю. Есть история искусства, которая может быть описываться, мы можем понять, как от Джота перешли мы там к Рафаэлю, там, от Рафаэля к маньеризму, от маньеризма к реализму там, и так далее. И есть история стилей, которые можно как-то описать. Так она и писалась. Когда появляются люди типа Дюшана, который выставляет писсуар, значит, его очень трудно уже вывести от Леонардо. Уже там что-то такое происходит, не очень, какие-то другие практики. Это уже совсем другая какая-то вещь. Я думаю, что то, что сегодня мы называем искусство, это гораздо более сложное образование, потому что это совокупность разных значащих практик. Человек всегда что-то означает и производит какие-то осмысления символические мира, которые больше не складываются вот в эту вот единую линию искусства. Значит, то, что я как раз говорю, что вот эта идея историзма как линейности, она дает сбой и в истории искусства. История искусства все труднее и труднее унифицировать. Конечно, историки искусства на уши становятся, чтобы объяснить, каким образом от импрессионисты мы перешли к Дюшану. Или там к перформансам, или к инсталляциям. Но инсталляция – это что-то уже совершенно… Или перформанс, понимаете? Какой-нибудь Павленский, который прибивает свои яйца к мостовой, но никак не выводится из Леонардо. Это вот, вот можно, конечно. И бесконечные дискуссии – искусство пуссирает или не искусство пуссирает и так далее. На это нет никакого ответа, потому что не понять, что такое искусство. Я считаю, что это какая-то там жест, какая-то знаковая практика. Но если мы будем называть это искусством, мы ставим столько каких-то ненужных вопросов, на которые нет ответа, и это становится чем-то обременительным, потому что нет единой, становится все более и более понятно, что нет единой истории искусства. Теперь касается сталинского искусства и аналогов ему, потому что всюду есть какой-то академизм, который в той или иной степени это восстанавливает. Я думаю, что когда я, шутя, сказал, что старые критики разбирали Решетникова, значит, речь идет в том, что есть всегда попытка тоталитарных режимов мыслить искусство в категориях унифицируемого смысла. А лучше всего смысл унифицируется в рамках нарратива. Если ты можешь рассказать, что происходит в истории, власть всегда довольна, потому что смысл превращается в цепочку, которую можно описать, рассказать, и она становится понятной. Она унифицируется по такому линейному типу. Дело в том, что всякая тоталитарная власть, и это очень характерно для всех попыток мыслить и политику, пытается восстановить мнимую целостность истории. Если вы посмотрите, что происходит сегодня в России происходит истерическое восстановление мнимой истории. От, там, я не знаю, князя Владимира мы идем, там, я не знаю, к Романовых, от Романовых прямо через Сталина к Путину, и все это единая цепочка, и все эти монументы, все эти мифы складываются в единый нарратив. Да, вот Крым, Херсонес, вот эта вся чушь там, да, она вся ложится в линейность и как бы все время воспроизводится одно и то же, и все время какие-то там вещи, которые линеизируются в сюжет. Что происходит в сегодняшнем искусстве? Когда мы говорим о сегодняшнем искусстве, вы никогда не можете сказать, в чем его смысл. Когда вот я смотрел там наверху там какие-то инсталляции, но нет человека, который может сказать, смысл этой инсталляции заключается в том, что школьник приехал на каникулы или еще что-то там происходит, да, или там, я не знаю что. В принципе, смысл таких вещей просто лежит в другой области. В области, которая совершенно, может быть, лежит в области аффективной, может лежать в области опыта, в каких-то совершенно других вещах, но не в области дескриптивных сюжетов. Значит, мне кажется, что тоталитарная власть
всегда находится в недоумении перед произведением искусства, смысл которого нельзя понять, потому что они всегда хотят цензуру. А цензура возможна тогда, когда есть понятный смысл. А когда смысл вообще непонятен, то совершенно непонятно, что с этим делать. И тут они в полной растерянности. Запретить, разрешить, и вообще, что это такое, и почему мы деньги тратим, а смысла не понимаем и так далее. Значит, и это, мне кажется, как раз отражает вот эту ситуацию каких-то новых пространственных смыслов, которые больше не унифицируются. Но всякая академия всегда пытается загнать смысл в историю или во что-то, что легко описать. В этом смысле любая академическая выставка всюду вам будет представлять что-то такое, что легко описать критику доимпрессионистского периода. Но там он еще что-нибудь скажет про цветовую гамму на всякий случай, но вообще говоря, всегда можно рассказать, что какая прекрасная женщина на портрете, там, я не знаю, или что-нибудь еще в этом роде. То есть всегда можно что-то рассказать про красоту, любовь, про величие человека, труженика или что-нибудь в этом духе. Да, можно? Вот, не знаю, я, в общем, являюсь физиком, и у меня, например, ощущение, что то, что замышлял, по сути, Пригожин, потерпело, ну, в общем, крах. В том смысле, что не то, что он там неправ был в чем-то, я, наоборот, сторонник Пригожина, но проблема в том, что создать нелинейную термодинамику, по сути, про то, что вы рассказывали, ну, не получилось как некую науку, то есть физика как осталась не эволюционной, так и продолжает ей. То есть в ней время не является эволюционным параметром, и ничего похожего на эволюцию в ней, ну, не происходит, я имею в виду, в теории. Это с одной стороны. С другой стороны, вот то, что вы говорили насчет происходящего в мире глобально, не является ли это просто каким-то, как бы, колебаниями, ну, может быть, хаотическими, но, в общем, перед, ну, грубо говоря, была одна фаза какая-то, как, ну, как физику проще это сказать, теперь какая-то другая фаза будет, очевидно. То есть между ними происходит фазовый переход, и, соответственно, ну, максимально странные события. Вы бы сказали, наверное, нелинейные, вам нравится слово. Да? Извините, я не знал, что вы физик. Если бы я знал, я бы не осмелился пускаться в эти материи, в которых я ничего не понимаю. Значит, более-менее правильно было. Нет, ну, понимаете, мне кажется, что когда мы это говорим, мы должны учитывать сразу две вещи. С одной стороны, есть что-то, связанное с реальным состоянием мира. Но это реальное состояние мира заставляет нас мыслить каким-то образом его описывать. Система описания мира можно назвать культурой. Значит, культура как-то этот мир отражает. Может быть, мы всегда жили в такой хаотической системе. Скорее всего, мир всегда был таком. Но сегодня, в связи с глобализацией, усложнением там, каким-то вещей, это становится более очевидно. Это становится более очевидно, но это становится еще более очевидно, потому что наша культура начинает на это реагировать. Она становится к этому чувствительна. А в XIX веке она была просто нечувствительна к сложности. Не то, что мир был простым. Он был в чем-то проще, конечно. Но меняется культура. И в этом смысле мы никогда не можем точно сказать, мы мир такой или мы его стали видеть таким. Потому что это какие-то две стороны одного и того же. Это как вот в вашей квантовой механике. Опять же, есть наблюдатель, который каким-то образом воздействует на то, что он видит, и каким-то образом то, что он видит, связано с тем, с его позицией. То есть я думаю, что здесь тоже мы не можем это отделить. Но для меня, конечно, интересен мир сам по себе, но меня очень интересно именно, какие формы принимает культура, которая начинает к этому быть чувствительной просто, к этим каким-то другим формам организации смыслов и объяснений, и дескрипции. Вот это вот, мне кажется, очень важно. Но тут разделить это, мне кажется, очень трудно. И сказать, может быть, там мир такой, а потом будет другой. Я не знаю, каким, конечно, он будет другим, никто это не знает. Но мне кажется, сегодняшний какой-то этап культуры актуализирует определенные вещи, начиная с изобразительного искусства и кончая там политическими теориями, мы видим всюду какие-то вещи, которые начинают двигаться в этом направлении.
Этот уже умер тоже. Да, эти вещи совпадают, это не значит, что мы придумали. Нет, нет, я так не думаю. Нет, я так не думаю. Я думаю, что мир меняется, культура на это как-то реагирует. С другой стороны, эти изменения становятся видны благодаря каким-то изменениям. То есть там я просто считаю, что есть какой-то взаимный процесс. Есть процесс реконфигурации культуры, которая реагирует на мир. Ну, я не хочу сказать, что в мире не происходит никаких изменений, что это просто изменение нашего взгляда. Я думаю, что эти изменения происходят. Но посмотрите, например, взять раньше 19 век. Вся история, это была история Европы. И не просто Европы, это была история Франции, Англии, Германии, там, Испании, и все. Люди жили в Азии, которую вообще никто не знал, что там происходит, вообще ничего не учитывалось, там ничего, что люди какие-то есть в Африке, вообще никого не интересовало, и что они тоже как-то вписаны. Сегодня все это выплывает из темноты, и все это входит в наше сознание, и это все труднее объединять, но это входит в наше сознание, потому что реально в мир становится более связанным, конечно. И это позволяет совершенно иначе его мыслить, потому что мы должны сюда включать вещи, которые мы раньше могли исключать. Но когда мы имеем историю, которая является историей там, трех династий, то мы просто, нам гораздо легче описать это линейно через какие-нибудь три войны, в которые они все задействованы, и события, которые там происходят. Но отчасти мы говорим, что это? Это что, история была проще? Или это была конфигурация наших представлений об истории, которая была гораздо проще, просто потому что мы ничего не видели вокруг по той или иной причине, там просто не замечали это. Да. У меня есть вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за лекцию большое. Вы завтра будете говорить об искусстве, поэтому мне хотелось сегодня этот вопрос задать. О войне России и Украины. Вы начинали как раз лекцию с Первой мировой, Второй мировой. И мне было бы просто интересно ваше прочтение российской интенции и, если можно, как-то определить причину или комплекс причин российской агрессии против Украины. Конечно же, здесь есть, с одной стороны, вот этот внутриполитический процесс, когда Майдан был прочитан как внутриполитическая российская проблема, с которой нужно как-то на нее нужно реагировать, на этот вызов. С другой стороны, была, наверное, какая-то пространственная фантазия о едином вот этом культурном каком-то пространстве языковом. Насколько, что стало первой причиной, что повлияло, вот как вы видите эту последовательность каких-то событий или интенций, визий, которые в результате сконцентрировались все и привели к этому конфликту. И, может быть, украинское пространство тоже стало здесь каким-то фактором или процессы, которые в нем происходят. В общем, какова ваша картина? Но я, конечно, не специалист, не историк вообще и так далее. Я не могу там давать какую-то вам убедительную картину, наверное, но если свести что-то к тому, о чем я говорил, как-то вот к этой проблематике, которая меня интересует, то я бы сказал так, что Россия, ее эволюция в 2000-е годы, отчасти это было связано, наверное, с очень сложным опытом ельцинской эпохи, вот такого там хаоса 90-х, она систематически отказывалась от политической сферы.
значит, она все время пыталась подменять политическую сферу так сказать, способом насильственной организации вертикали какой-то и так далее. Все время отсекались все выборы, уничтожались все гражданские институты, уничтожались все партии и так далее. Это очевидно. А что это значит? Почему? Что такое политическая сфера? Политическая сфера – это сфера организации множественных факторов, которые входят во взаимодействие и влияют друг на друга. Потому что общество можно представлять как огромное количество агентов, которые заинтересованы в разных вещах и которые с помощью политического процесса устанавливают какой-то консенсус. Там, где есть сильная политическая система, развитая, там, как правило, не происходит никаких революций, там каких-то, потому что происходит взаимодействие с помощью каких-то других механизмов. Значит, это, конечно, сознание силовиков, которые правят Россией, которые вообще не понимают смысл политической системы, которые считают вообще, это они об этом говорят открыто, что политическая система – это западное лицемерие, никакой демократии нет, а вот мы такие простые ребята, мы хотя бы не лицемерим, а просто вот поставили всюду полицейских там и все это делаем. Все, что связано с разрушением вот этого порядка унифицирующего, такого упрощающего, я бы сказал, что Россия все время упрощает. А мир очень сложный, мир не упрощается. Значит, я думаю, что на Украине это упрощение тоже, конечно, очень хотелось достичь, но не получалось это отчасти из-за того, что было как бы две радикальные Украины, более-менее равные по силе, и поэтому никогда нельзя было унифицировать с помощью какой-то вертикали. Всегда были какие-то западная Украина, восточная Украина, между ними были какие-то разные политические лагеря, которые находили какие-то попытки какого-то взаимодействия. Майдан и вообще события такого типа для Путина, по-моему, это что-то, что просто представляет какую-то экзистенциальную угрозу его сознанию просто. Он абсолютно помешан на оранжевых революциях и так далее. И кроме того, он никогда не верит, что такие вещи могут быть результатом сложного взаимодействия внутри общества людей, которые вдруг хотят что-то изменить, потому что становится невыносимо, они реагируют на это и так далее. Он всегда считает, что есть внешний агент какой-то, приезжает мешок денег откуда-то из ЦРУ, там всех подкупает. То есть он не верит вообще в самоорганизацию общества, он не верит в политику тотально. И единственный способ решения, который он видит, это насильственный способ. Это абсолютно чудовищная картина мира, которая, конечно, ведет Россию полностью в тупик, который может существовать только в системе полицейской организации и мобилизационного духа единства народа. Вот все они там пронизаны этой пропагандой, они там все что-то поддерживают, так это может существовать. Разнообразие вообще невозможно. И, конечно, он чувствовал в Майдане, мне кажется, все Майданы, которые возникали в Киеве, были для него чем-то абсолютно просто экзистенциально невообразимым. А дальше уже пошли какие-то вещи вокруг там, НАТО, Европы, зон влияния, которые, с моей точки зрения, были оправданием его вмешательства. Это наша зона, мы можем туда влезть или что-то в этом духе. Значит, но на самом деле для меня первичный импульс – это вот как раз унифицирующее сознание полицейского типа, которое хочет порядка и не может себе представить свободного взаимодействия. То есть нормальную организацию сложного общества он не может себе представить. И это кончится плохо для России, потому что Россия большая страна, она не может всегда существовать в режиме казарменного какого-то мобилизационного системы, который он все время пытается там поддерживать с помощью каких-то миллионов силовиков. Но на Украину, мне казалось, вот это вот был какой-то дикий импульс. Но кто знает, с другой стороны, всегда глупо пытаться реконструировать, что происходит в сознании другого человека, и вообще это как бы не нужно вроде бы и делать, потому что какая разница, что он там думает. Подумаешь, какая интересная область сознания Путина, чтобы вообще ее интерпретировать. Да, там, в принципе. Ну все, если вопросов больше нет, то спасибо вам за терпение. Еще есть. Вот, есть еще? Да. Пожалуйста. Во-первых, спасибо вам еще раз за то, что вы согласились и приехали, и приняли участие в Киевской биеннале, и принимаете это. Давно мы пытались, но наконец-то вот это стало возможным.
Так что, я думаю, аудитория даже сама по себе свидетельствует о том, что мы не ошибались. У меня вопрос, который касается, скажем так, словаря, который вы употребляете, описывая свой анализ современной картины мира. Значит, вот мне как показалось, что вот вся риторика и, значит, значение вот этих таких оборотов насчет кочевников, взаимодействия, распределения, множественности, нету прогресса, бесконечная интерпретация, вот такая поливалентность. Мне скорее кажется, что если закладывать, то есть это вопрос, да, если закладывать в этот словарь некую интенциональность или политическое сознание, то это скорее описание даже не вчерашнего, а позавчерашнего мира. Но это, конечно, смотря с каких, какие временные отрезки мы здесь рассматриваем, но, скажем так, это мир от 70-х до 2000-х, но уже не мир 21 века. Потому что очевидно, вот, что такая эмансипация за счет избрания такого словаря, она скорее противодействует власти, которая, значит, придерживается логики дихотомии, оппозиции и так далее. Сегодня скорее вы то, что вот это описывает, это скорее даже доминирующая идеология, это скорее статус-кво, чем какая-то альтернатива тому, что существует. Потому что что сегодня даже больше принимается, чем разнообразие. Конечно же, это главная ценность, как бы, доминирующей системы, в том числе экономические. Поэтому не кажется ли вам, что сегодня скорее вопрос в том, как не просто поставить, даже провести линию, а как поставить точку? Да, вот даже интенция, чтобы какую-то наметить точку, это уже революция. Да. А линия вообще сегодня даже невозможно в какой-то степени даже помыслить. Настолько все... Вот такая картина мира – это скорее мутная такая вода, да, где можно ловить свою рыбку, чем то, что мы хотим достичь. Спасибо. Ну, я не думаю, что то, что я описываю, относится к какому-то позапрошлому дню. Вы сами говорите, что эта система стала доминирующей. Значит, она сегодня есть. Я не описываю никаких утопий. Что можно предложить взамен этой системы? Это да. Но я думаю, что сегодня именно сегодняшний день более-менее соответствует. Он утвердилась такая примерно картина мира. Значит, вопрос о том, как ставить точки и так далее. Дело в том, что вернуться классическим дихотомиям, Гегелю, к диалектике, к идее, например, классовой борьбы как оппозиции двух сил там и прочее, мне кажется, сегодня невозможно. Мы видим, что какие-то революционные теории, там типа, я не знаю, там какого-то измененного марксизма, спинозизма, там, я не знаю, негри и так далее, они пытаются освоить и как-то присвоить себе понятие там multiplicity, множественности. Они пытаются, или если взять Нанси, который говорит о том, что, собственно, что такое общество, общество должно быть как бы вот такой вот распределенной системой индивидов. Она не должна мыслиться больше в категориях слияния каких-то обществ, тотальностей. Мы должны все время мыслить это как постоянную множественность и так далее. То есть я думаю, что всякие попытки вернуться к каким-то дихотомиям, с моей точки зрения, обречены, они, как всякое упрощение такой системы, она, мне кажется, мало чего даст. Значит, есть какие-то, наверное, возможности мыслить в категории сложности что-то другое, что-то новое. Для меня чрезвычайно существенно в этом смысле как бы то, о чем я говорил, вот эта идея инновационности, возможности появления чего-то нового. Но эта возможность не возникает в результате полярного конфликта. Вот посмотрите, например,
то, что происходит в ситуации всякого революционного конфликта, который сводит очень сложную ситуацию на короткое время к оппозиции двух сил. Вот Майдан в этом смысле характерный пример, потому что он создает искусственную общность Майдан, в которой участвует огромное количество разных людей, но в какой-то момент они объединяются и представляют некую единую силу, которую мы можем там большой буквы «М» Майдан значит, описать. А вся система там, в лице Януковича, там, какого-то Беркута или что-то еще, представляется каким-то оппозиционным агентом. Вот этот оппозиционный агент свергается, значит, происходит то, что мы называем революцией, и оказывается, что эта революция принесла какие-то огромные плоды, все-таки я считаю, оказывается, что этой революции недостаточно для изменения системы. Система как бы как какая-то трясина, начинает абсорбировать в себя все эти плоды, и то единство, которое представлял Майдан, исчезает. Мы больше его не имеем, больше нет никакой силы, происходит дисперсия элементов и так далее. Значит, мне кажется, что происходит, как бы, я не знаю, реванш сложности над простотой. Всегда наступает он. Я не считаю, что вообще украинская система коррупции там и так далее – это система сложности по-настоящему. Потому что сложность – это взаимодействие, равное взаимодействие разных элементов, которые вступают действительно в отношения конкуренции каких-то. А тут, собственно, просто там воры какие-то сидят, они сложные взаимоотношения системные есть. Но, в принципе, мне кажется, что революционная утопия, она невероятно заразительна, она позволяет произвести краткосрочную мобилизацию людей. В этом смысле она приводит к тому, что Кант называл энтузиазмом. Кант писал о том, что главное качество революции – это не событие, которое она производит, не изменение, которое она производит, а энтузиазм, который испытывают люди. Что на самом деле это глубокий аффективный опыт. Революция – это прежде всего аффективный опыт, говорил он. И этот аффективный опыт имеет огромное значение. Для людей, которые его пережили, это не просто так, что можно выкинуть. В этом смысле революция похожа на искусство, потому что искусство производит аффективный опыт. Это, собственно, главная цель искусства – это заставить что-то пережить там и так далее. Но как способ преобразования это очень часто не работает. Очень часто не работает. Значит, я считаю, что с моей точки зрения преобразование возможно за счет учитывания сложности и сложной организации общества, сложной организации гражданского общества. Общество должно создать такие институты, которые позволят выражать волю людей. Но это должны быть институционные, множественность институционных структур, которые могут вступать в какое-то взаимодействие, вырабатывать какой-то сложный консенсус и что-то диктовать власти. Но помимо этого я не вижу ничего, потому что мы видим, чем кончилась Октябрьская революция. Гигантский взрыв энтузиазма, а потом еще хуже, потому что это все обрушилось в еще более упрощенную систему, которая привела, в конце концов, к лагерям и так далее. Там мы знаем, чем кончилась Французская революция, гильотины. Есть вот эта модель, революционная модель упрощения, которая страшно привлекательна и которая аффективно невероятно привлекательна. Особенно для молодого человека это, конечно, ты испытываешь момент какого-то просто экстаза от того, что ты участвуешь в таком событии. Но мне не кажется, что она является способом трансформации. Трансформация должна происходить, с моей точки зрения, с помощью организации общества на более сложной системе. Надо учитывать сложность. Невозможно. Вот вы говорите, надо упрощать, там как бы надо уже ставить точки и какие-то границы проводить. Ну да, проводить границы в смысле институционной организации общества внутри себя в какие-то воздействующие структуры. Я, например, считаю, что невероятно было гениальным изобретением солидарность в Польше, где был изобретен профсоюз, который имел колоссальную институционную силу и который смог организовать людей в борьбе за интересы какие-то. Но и мне кажется, что солидарность была в миллион раз эффективнее политической партии, которая всегда бюрократизируется, всегда интегрируется
в систему коррумпированной политики, как правило, и мы знаем, что, собственно, современность показывает, что политические партии почти всегда утрачивают свой первоначальный смысл и превращаются в бюрократические системы власти. Поэтому мне кажется, что это должен быть сложный поиск каких-то институций, которые не позволят им интегрироваться во власть, но позволят им влиять на эту власть так, чтобы что-то диктовать. Но я не политик, не могу вам, конечно, сказать. Но это вообще такое мое просто представление. Можно еще вопрос, да? Да, конечно. Вот интересно то, что вы говорили как раз об истории. Я больше знакомился как раз с вашими работами о искусстве. Но вам не кажется, например, вот когда вы говорили о пергаменте и так далее, что и в принципе я смотрю, что у вас есть такая логика, что когда мы говорим об истории, то наше представление об истории может определять историю. И таким образом, когда мы говорим о массе или о каких-то явлениях, то мы забываем как бы о человеке как раз субъекте истории. То есть и получается, что мы говорим о процессах, и эти процессы якобы есть обезличенные. И вот это представление о том, что человек ничего не значит в истории, как раз и делает историю такой, какой она есть. То есть со всеми этими негативностями, о которых вы говорили. И вот Фрейре, например, он говорит как раз о том, что человек должен осознать то, что он есть действующий субъект истории. И в этом смысле, может быть, как раз можно было бы переосмыслить как раз этот исторический процесс, если мы говорим там о геополитике или об истории, и когда мы можем вспомнить Беньямина, да, о том, что как раз должна быть написана история угнетенного класса, да, то есть должна быть написана история обычного человека, потому что мы все время в истории имеем дело с идеологией. Вот, спасибо. Ну, во-первых, есть, я думаю, разные типы истории. Значит, есть там то, что тот же Бродель называл медленной историей, которую вообще он писал в пику политической истории, потому что считал, что как бы все пишут историю там каких-то царей там, или президентов, или каких-то там политических образований, а история протекает по совсем другому типу. И отчасти это так, конечно. Была книжка Рансьера, где он атаковал школу аналов, который пытался уйти от персонифицированной истории, как раз деперсонифицированной истории, которая называлась «Имена в истории», где он говорит, что история связана с дискурсом и что история производится в связи с дискурсивными практиками человека, а не просто потому, что есть какие-то там экономические нужды, которые как бы находятся выше человеческого сознания. И с этим тоже, конечно, можно согласиться. Я думаю, что положение человека очень сложно по отношению к истории. И писать в этом смысле историю очень трудно. С одной стороны, человек является агентом истории. Но, как правильно писал Лукач в своей книжке о классовой борьбе, он писал о том, что всегда человек стоит вне истории. Он не может в ней находиться. Он всегда находится в ней. Он всегда вынесен из нее. История течет где-то мимо. Ты как бы всегда... Позиция человека такова. И книжка во многом посвящена тому, каким образом пролетариат может из внешнего такого наблюдателя, который пассивно смотрит на события, которые на него обрушиваются, стать каким-то активным агентом этой истории. Я думаю, что на самом деле вот мы имеем дело здесь с такой типичной как бы дуализмом. С одной стороны, история дается нам как субъекту, с другой стороны, человек, который в ней участвует, не видит, не может ее, так сказать, он является частью и в этом смысле каком-то отчасти слеп к тому, что там происходит. Как описать вот эти два фактора вместе? Это очень трудный, конечно, вопрос. Но на самом деле это вообще вопрос сегодняшней теории субъективности, потому что субъективность, как мы знаем, всегда начиналась там, у Декарта. Субъект — это активное начало. Одновременно субъект у Декарта — наблюдатель. Особенно это становится понятным у Канта. Он субъект, как бы организует репрезентацию мира, но стоит вне его, как точка зрения на этот мир. А сегодня мы приходим к какой-то такой модели, которая характерна для 20 века, когда субъект понимается как что-то пассивное, на него что-то воздействует.
А он отвечает на это. Вот такой французский феноменолог замечательный, Анри Мальдине, который года два назад умер в возрасте 101 года, он придумал такое понятие, называется оно транспосибилите, которое никак не понятно, как перевести на русский. Это свойство субъекта быть пассивным, испытывать воздействие и в ответ на воздействие быть аффицированным, как он говорит, пробуждать в себе агента. Вот это вот какая-то та позиция, которая позволяет нам соединить пассивность и активность субъекта. И я думаю, что эта позиция очень важна для понимания того, как работает история. История работает где-то вот в этом режиме транспосибилити. Но вы мне, конечно, задаете вопрос, на который я не могу вам ответить, и я думаю, что нет человека, который вам скажет ответ на это. Как писать историю, чтобы человек был одновременно и агентом истории, и тем, кто ее испытывает, на самом деле. Потому что он все время ее испытывает. Мы вроде что-то творим, эту историю, а на самом деле она всегда оказывается выше нас, и мы оказываемся ее элементом этой истории, которую мы не контролируем. Да, но если мы начнем историю считать исключительно результатом нашей воли, ну это, конечно, приятно нам будет, это будет льстить нашему самолюбию, но я думаю, это будет все-таки упрощением ситуации. Если вы испытываете, если вы ощущаете себя как человек, который, значит, не испытывает историю, а ее диктует, то дай бог, но я думаю, что тут есть две стороны в любом случае. И избавиться от какой-либо стороны в пользу другой будет упрощением, мне кажется. Я не... Да. 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 Но вы же знаете, что в вашей собственной жизни вы диктуете только малую долю того, что с вами происходит. В значительной степени то, что с вами происходит, диктует ваше окружение, диктует те обстоятельства, в которых вы оказываетесь, диктует общество, в котором вы находитесь, институции, с которыми вы сталкиваетесь и так далее. Вы же не можете решить, вот, например, вы решите, стану-ка я миллионером, например, там, да? Но для того, чтобы стать миллионером, недостаточно волевого решения. Вы должны начать взаимодействовать с миллионом факторов, которые окажут на вас довольно сильное воздействие. Установку, да, мы диктуем себе какую-то там, может быть, цель, но мы не можем добиться этой цели, игнорируя то, что мы являемся, что мир на нас воздействует и что-то нам диктует. Да, работает. Вот если человек является... Мы сейчас здесь размышляем о ситуации на планете, но, в общем-то, история уже повернулась с выходом в космос. И то, что большинство людей не учитывает развитие космических исследований, это тоже очерчивает... как бы поле и возможности представления взаимодействий. Потому что, например, есть вот в предыдущей лекции говорили о киберпролетариате, который находится в no place, да, можно так сказать, и есть космическое пространство, которое киберпролетариат непосредственно им и интересуется. И там открывается, просто мы стоим, ну, понятное дело, что на пороге, просто освоение абсолютно других ресурсов. И тут можно себе представить, насколько будут разделены миры, насколько вот есть тоталитарные режимы одновременно, и есть именно очень расширенные представления о как раз и термодинамические, и вообще представления человека как существа. И это просто несопоставимые какие-то миры в одном и том же пространстве. И вот как раз, да, интересна эта связь, и тут
просто остается только наблюдать, куда это все. Ну, конечно, мы часть огромного мира, и этот мир на нас воздействует и так далее, но я не думаю, что когда мы говорим о каких-то исторических событиях и в категориях человеческой истории, мы в состоянии интегрировать все богатство факторов, с которыми мы связаны, потому что мы, может быть, в большей степени связаны там даже не с космосом, а с бактериями, которые убивают нас, или там бог знает что. Но мы не включаем их, вообще говоря, в историю, хотя историки учитывают там эпидемии, например, какие-то там чуму там, в средние века или что-то еще, значит, которые превращаются в какие-то исторические события. Это совершенно несомненно. Ну и да, есть такие области, типа там вот киберпространство, например. Когда-то там вот Хаусхофер, о котором я говорил, он оказал сильное влияние на Карла Шмидта, немецкого политолога, который и юриста, который предложил различать землю и море как две совершенно разные как бы такие геополитические зоны. Это можно у Дугина найти, разделение там вот это вот. Но для него море, например, это совершенно другая область, потому что вот она похожа на ваш космос отчасти, потому что там нет ни границ, там нет прав собственности, океан никто не владеет. Это есть просто место свободного пересечения там каких-то пиратов, людей, флота, там, торговли, я не знаю, чего угодно. Но это вот такое место, где есть только взаимосвязи и нету границ, например, там и так далее. То есть какие-то зоны такого вот надтерриториального какого-то единения человечества, они существуют, они очень важны. И вы правы, что они очень часто выпадают из нашего сознания, потому что, конечно, планета для нас – это, например, суша, и страны, и границы, а море мы, например, всегда в нашем сознании игнорируем, или океаны и так далее. Да, это есть, безусловно, но я думаю, что и это важные факторы истории такого рода зоны, безусловно. Но да, но есть какая-то, мы редуцируем, конечно, историю прежде всего к взаимодействию людей. Хотя природные факторы, как мы понимаем, например, играют огромную роль, там, я не знаю, может быть, многолетняя засуха может привести к каким-то очень важным политическим изменениям. Там, я не знаю, говорят, что арабская весна случилась, потому что в Европе подорожал хлеб, а хлеб они получают все из Европы и откуда-то там из Америки. Поэтому подорожал хлеб в этих странах, люди не смогли себя кормить, и начались бунты. Значит, то, что там был неурожай и подорожал хлеб где-то там в Европе, могли привести к каким-то революциям в арабских странах. Значит, и это явное вмешательство дождей в историю, как бы, которая меняет конфигурацию историческую. То есть, да, все должно учитываться. Но мы всегда как-то склонны думать об этом как о взаимодействии интересов людей больше, чем о микробах, там, океанах или там, не знаю, дождях и так далее. Или космосе. И так. Ну да, но человек-мир – это часть мира. Мы часть животного мира, мы часть природы, мы часть космоса. Мы подсоединены к этому. Мы, конечно, да, мы являемся частью этого, безусловно. Микрофон. Очень коротко, да. То есть, как только человечество оказалось, что оно в состоянии, и, наверное, может, еще будет, там, грубо говоря, находиться вне Земли, вот, то есть вообще ставить вопрос об истории Земли, о человечестве, ну вообще история, ставить вопрос о человечестве, о его истории, наверное, бессмысленно до тех пор, пока мы не увидим какую-нибудь другую расу на какой-нибудь другой планете, какой-нибудь другой разум, вы понимаете, то есть слишком единственный случай, слишком исключительный. Мы уже настолько все это обобщили, что мы не можем относить, человечество делить на части. Оно уже вот, а поскольку мы, когда мы не можем наблюдать какой-то ряд каких-нибудь однообразных вещей, но в науке, да, обычно нужен какой-то прецедент, один это слишком мало. Мы ничего не можем сказать по поводу
как бы человечество, что оно такое, да, то есть его истории вообще ничего, его хронологии, как оно правильно развивается, быстрее, чем надо, что такое надо и куда надо, понимаете, то есть вот об этом идет речь. А с тех пор, как мы вышли в космос, все по-другому теперь имеется в виду. Ну да, ну, но довольно глупо сидеть и ждать, когда мы встретим иную цивилизацию, и до этого не высказывать никаких суждений о нашей жизни. Как бы, все-таки, да. Да. Если нет больше вопросов, я думаю, пора, к сожалению, нам заканчивать сегодняшнюю дискуссию. Приглашаем всех завтра на 6 часов на следующую лекцию. Спасибо большое. Спасибо.